Перед фондом капремонта все равны. И многолюдные высотки, и маленькие домики на 2-3 семьи. Не без проблем, но жильцы многоквартирок привыкли платить по квитанциям за капремонт. Черед возмущаться настал для собственников из частного сектора. Жители местечка Горина начали получать квитанции не с 2015-го, как все, а только с лета этого года. И сразу с долгами. Люди в недоумении. Они всегда считали свои дома частными и ремонт проводили сами. Вот недавно мы перекрыли крышу. И вдруг в начале лета мы получаем квитанцию о том, что мы должны заплатить за капитальный ремонт за квартал 4000 рублей. И все наши три хозяина собрались вместе, написали заявление об отказе от такой услуги. И получили от регионального оператора отрицательный ответ. Оказалось, что этот дом на 7-й Ягодной стоит в планах на капитальный ремонт крыши на 2025 год. До этого периода оплата должна производиться по стандартному тарифу – 5 рублей 90 копеек за квадратный метр. Хотя никакой инспекции, которая могла бы оценить состояние постройки, рассказывают жильцы, здесь не видели. В городской администрации нам пояснили, все двух- и трехквартирные дома действительно считаются многоквартирными и капитальному ремонту подлежат. В программе регионального оператора могут не участвовать дома с одной квартирой, то есть не многоквартирные дома. Второе – это дома блокированной застройки, где нет общедомового имущества. И дома, которые в официальном порядке признаны аварийными. Вот те дома, которые вы у меня спрашивали, та адресная часть, они ни к одному из этих пунктов и параметров не относятся. Единственный способ для жильцов в общий котел не платить – это доказать, что дом не многоквартирный. Соответствующие справки о статусе постройки можно получить в БТИ. И уже с этим свидетельством отправиться в управление ЖКХ, чтобы написать коллективное заявление. Именно так и сделала Галина Антипина, жительница 8-го дома на улице 6-й Ягодной. Получив квитанцию, она собрала все документы и сразу лично поехала в мэрию. Там же узнала, что их трехквартирный дом обслуживает управляющая компания. Мы всем домам написали заявление в управляющую компанию, где мы отказались от услуг управляющей компании, и дом наш был взят в непосредственное управление, и договор ЖКХ был расторгнут. Позже пришло уведомление, в котором было написано, что вопрос, вероятно, будет решен в пользу жильцов. Больше квитанций здесь не получали. Собственники смогли вздохнуть с облегчением. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.